леса ходила, свежий след. Сегодня ночью ветерок был, вот следы маленько придутый. Еду на приваду проверять капканы на лис. Буквально осталось маленько доехать. Сейчас посмотрим, что там происходит на приваде. В районе привады лисы ходили. Вот это вообще свежая тропа, даже не присыпана. По буранке шла в нашу сторону. Заехал на приваду, с первого взгляда вижу, что капканы все вроде стоят на месте. Попадания здесь нигде нету. Первый капкан стоит вот здесь. Тропу уже подмело снегом за ночь. Ну и дальше вот так по кругу капканы стоят. Второй капкан стоит вот здесь. Видно, что вороны ходили здесь. Третий капкан вот здесь стоит. Четвертый здесь. Ну и пятый капкан находится на этой тропе. Сейчас еду дальше в сторону путика. Там тоже капканы стоят. С краю полей. И дальше в начале путика в лесу. Лиса здесь ходила, вот ее на следочке, уже после того, как я проезжал. Вот сюда свернула, сделала новую тропу. Сюда хода нету, капкан стоит там, а в начале. Ходит кругами вокруг да около капканом. Вот она мочеточка, вот лисий заход, и вот здесь стоит капкан. Лиса здесь не ходила. Едем в сторону полей. А вот здесь была тропинка одинарная с этой стороны. Когда Наталья капкан устанавливала, вот на этой буранке, вот края поля, лисы переходят через буранку. Сюда брызнула мочеточку, сделала искусственную. И вот лис приходил сюда вот,
видно, вот это вот темное, это искусственная мочеточка. А с этой стороны желтенькое такое, это уже свежее. Это вот лис переметил, сделал свою метку на этом месте. Не знаю, камера у меня записывает, не записывает, сейчас гляну. Включается, бывает. А, камера пишет. Как-то так ходит лис матерый. Но пока капканы все обходит. Обходит таким способом, как бы подходов-то не было еще к тропам. Ну вот просто делает новую тропу и все. Раза два пройдет по тропе. Бросает. И делает другую. Вот, переметил территорию. Едем дальше. А капкан стоит вот здесь. Вот здесь, сюда даже не заходил. Сюда даже не зашел, вот здесь капкан стоит. Переметил и пошел дальше куда-то. Следующий капкан вот здесь. Вот здесь капкан следующий. И похоже, как будто бы лис причуял. Вот здесь что-то тут наковырено так. Похоже, что причуял капкан. Вот. Вот тропа, вот здесь вот непонятное место такое. Дальше едем, смотрим. Да, следы вот. Вот следы. И в эту сторону. Получается, он так по буранке прошел. Возле той мочеточки ушел в ту сторону. Значит, следующие капканы тоже не сработанные. Да, шел по буранке. В моем направлении. Проехал тропу. Вот, тропа замело. Капкан можно отсюда убирать. Одну тропу замело. Все, все капканы пустые. Еду домой.